Новая зарядка такая была. Алло? Ну? Чё не... Ну, чё не звонишь? Чё не звонишь? Я говорю, чё не звонишь? Ай, ладно, дай пойму, мазну. А, не думаю, не надо. А, ты чё там в больнице, да? Это не много. А? И не могу, я дверь, ты тут не хаула, ничего положат, не положат. Положат, не положат. Ну я с Хабаровского, час как еду уже. А я не знаю. Чё не звонишь-то? А чё не звонишь-то мне? А чё звонили? Ну, позвонила, спросила, как бы дела у меня. Ну ты мне позвонишь, что-то. Шоколадочки. Понятно. Если лягешь, не устраивает. У меня остатки остались, там, 1500, чтобы тебе купить. Ну, у меня, короче, ну, около 2000 осталось. Чтобы тебе купить сразу же фруктов, не фруктов, в больнице. Водки взяли. Водки, водки взяли. Блин. Аня. Не учи меня. Не учи, говорю, меня. Не учи меня. Да, не переживай, я все устрою. Так, в смысле? Моя старая, ебаная, лапковка. Ну, старая. Твоя водка топкает, мужчина. Алло. Я слышу. Как ведут-то себя? Как? Ты бы видела, в каком поезде мы едем, ты охереешь, ебаный в рот. А? Вообще шикарный поезд. Алло. Алло. Ты ставь сюда. Алло.
Так мне никто не выселит. Не выселит. Никто не выгонит меня. Тихонько сидим. Ты меня почему, блин, дебоширом-то взяла? Блин, тут весь поезд такой. Мне такое сложится мнение, что не хочешь, чтобы я приезжал. Да? Я. А мне так нужно, когда приезжаем, дальше. А что мы будем делать? Да надо. Червань на меня. Ну. Алло. Ну, что говорил? Так что, пойду сейчас спать, ляну. Да почему простанет-то? Пойду уже, посижу нормально, да, буду спать. Но это... Сейчас, походу, Биробиджан будет. Есть полотенце, а? Чему? Нихуя дом, смотри какой дом. Давай по-русски, а? Я же тоже сижу, скучаю. Да вот мы про Юра говорим, про Юрши район. Здесь горы, здесь леса, болота, здесь степи, все есть. Ну так ты где он живет? Богато, да? Да, в России. Ну, помнишь, в свое время там кобальт копали. Золото, кобальт. Да у нас он болеет, блядь, здесь на золоте стоит там. Забайкальский край болеет. Там ебать его рот карьеры, ебаным рот, до сих пор копает. У вас еще есть дали станции из-за Приискова. Приискова, да, есть. Это возле Нерчинска. Но... Не доезжая Нерчинск. Я же тебе говорю, что я там. Там в натуре можно вот такую хуйню вынести, золото. Вынести можно. Ну сейчас я не знаю, блядь, давно пацан говорил, говорит, я учился с ним. Он сам с Нерчинска, у него батя работает на золоте, на шахте. Такую хуйню, она не обработанная золото, понимаешь? Надо обрабатывать же его. Да, пацанчик говорит, тоже на прииске, который работал. Это, блядь, ну, золото, говорит, если... Увиди, блядь, хуй узнаешь, что это. Не знаешь, или хуй узнаешь, что это золото.
Да ну, ты сразу его понимаешь, камень его. Ну на шахте ты работаешь, что тебе ебать его? Не, ну, рыжим цветом, блядь, пожалуйста, нахуй, это золото. Да, да, ну, рыжим цветом это когда она стертая. Конечно, когда, когда там, ты нас, покупаешь. Там песок или пыль, или еще что-нибудь там прилепилось, ну хуй тут знать, что это за золото. Потому что это камень. Для этого уже проверяю. Есть же такие люди, специалисты. Ну не хай. Это мамка реклама, да? Все не съеда сидели, да стрелян на лечема. Сила поезжам, да, она стрелян. Чисто на гитаре, да, блядь. Что говоришь? Чисто на гитаре, говорю, пацан, что играет. 7B поет. На хули тут интернет пиздец? Не хуя пою, да? Если здесь осень, значит на Саянах уже зима. На Саянах? Да не. Не, уже зима, я тебе говорю. Да я тебе говорю, нет. Да там даже летом зима. Да, на Саянах, зима. На гору Саянах ты, да, блядь, полосы. Да, мы будем через Саянах сейчас поедем. Я понял, как вы поедете. Там через Иркутск, через эту Бановскую ветку вы поедете, нет, да? Бановск? Нет? Нет. Как? Ты через трассу. Через Абакан, через Абхазию. Не, вы Бамовскую ветку поедете? Нет. Это Иркутская область. А, нет, ну, на поезде будем. Тынду, Тынду будете проезжать? Нет, Тынду, это север. Да я понял, вот она будет, Тында. Туда вообще не поедем. Тында, это далеко. Да Тында, вот она, близко так надо. С Красноярска, ну, с Абакана, короче, там уже на гору будем поедем. Там уже зима, конкретно. Там на лето на снег толпа не тает. Нет, ну так тут тоже охуенный. Я не знаю, что это.
повторяю, да чем мы не повторяем? Зарядка, блядь, заебатая была.
Да пойдем в море. Могу ты там деньги считаешь, я могу. Хотя на все разные надо подумать.
таңасын қазығы туған ама. Қайшылық қасықтар қала ұшырты. Сайлық ма? Бұстық қалады. Нейін өзі бұстық қалады? Тек күші артық бары көп жүріне ма. Қайшылық қықты ішім жаңын елі оғады қазырадыр ма. Жоғы шеве деп берін. Жанат тұрған қандың бағасына қанда ұлтыр ой жан. Қанжа жа көешік дейін. Жаттырмен тұлсық дейін ама. Оғы мен жармай өзек. Қанды күнжелер ана ханды көрдің. Ой. Можно, можно. Можно? Давайте поставим. Давайте зарядку и телефон. Да у нас это не понять. Не включается. Так хотим попробовать. Давай. Так, и вот. Да, он нижний может вытащить. Да. Алкотель? А это что вы делаете? Да, давай, да, снимаем мы. Ну, мужик природа снимает, России. Который... Да? Который... Природа. Все которые снимает. Не могут, дети, может, инвалиды дети, там, да что. Инвалидам, а все пошло, бывает. Зарядка. Вот. Какая разница, а? Маленькая. Совсем. Первый раз такой вижу телефон. Слушай, это беззвонит, кстати. Беззвонит. Алло. Ой. Все. Все, потекил. Открой. Комзен. Комзен. Блять, сахара. А? Нихуя мне положили сахара, да? Я сейчас набрал сахара. А, сейчас это хопсом, а? Там хули американец. А, что, там уже хули положил. В Америке работал, в Германии, прикинь, работал построить. Ну мужик такой за это. Хули меня собрал в дорогу. Сосисок, не сосисок тоже. На ушли, что ли? Называли нас разнорабочие. Разик это значит. Сперва-то нихуя понять не можем, что за фигня. Разики. Ну разики я понимаю, блять, презерватив, ебаный урод, раз использовал. Да и походу разики такие же. Использовал раз, нахуй не нужны, да? Да. А так оно и есть, ебаного. Разнорабочие, но... Без базара отправим, даже не задумываясь, нахуй мы нужны. Когда дембельнулся, Коля по этой дороге, вот так же ехал, вправо тогда. Когда-то ехал, ебать, вот, в военной форме, в берете, ёбала нам в рот, да? Конечно. Я тебе говорю, красавчик такой, да, вообще. Да, позже я в рожнавке. А убрал, но, да? А чё, парадки, блядь? Да, парадку убрал сразу, да? Конечно. Потом уже подъезжал, когда в Туле. Я в пузырь парадку убрал. Ну, я и понял. Такой вышел, важный, да? Конечно. Блядь, ну... Все, звонит, грустит, блядь. Блестит. Дерзкий, да? Ты сам-то где служил? Я не служил.
Я? Да не, у меня по сердцу. А там совали, да? 3B. Да, бля, 3, 2, 4, я не знаю. Так, короче, откомиссовали. Ну я приехал, хули, блядь, в Антипиху там. Вот когда собирают, покупатели приезжают. И все там уже сразу проходишь, хули. И все, хули попался на хирурга, и все, он мне сказал. А может сам откосил? Да не, не сам. А ты посмотри по здоровью, смотри. Я бы, блядь, в десант попал бы. По здоровью-то что я, блядь, нормально? Да, хирурги, это, блядь, неизвестно. Э? Ну, с виду ты здоровый. Вдохнул. Вот, так, чтобы попал бы там, пехота там. Это дохуя дело. Хуярил. Не-не-не, я военкомат когда проходил. Да я шутку. Нет, ну в натуре, Тимурка. Я военкомат когда подходил, мне сразу сказали, у тебя элитные войска. У меня. Там же пиздец, до трусов раздеваемся, все, погнал нахуй, я тебе говорю. Самая последняя очередь, там хуйня такая, блядь. Ну, когда к военкому заходишь, я такой-то такой там, блядь, ну, должен приветствие отдать ему. Даже, блядь, да, там даже, блядь, за дупу, блядь, открывают. Но потом тесты, не тесты, тоже проходил, да? Не, тесты не проходил? Да, срочно, нету. Не-не, военкомат тогда. По контракту, что ли? Не-не-не, вот, вообще в армию призывался. Я срочно не было. У тебя военкомата не было? Было, здесь такого не было. Не, у меня было, там, блядь, наверное, вопрос 2000, наверное, там. Ну, я не знаю. Предпоследний, вот, предпоследний, да, военкомата, психолог. Да, как будто, блядь, там. Ну, там картинка показывает, там какой буква там есть, там разноцветные. Да не, у меня такого не было. Да нахуй не трогай. Подбрать. Не твое. Там снимай, да. Ну не твое же, ебано. Да я его взял, там не знаю, там похуй не было, блядь. Сеть хотя бы. Да я вот зашел в военкомат, хули, пропуск. Сперва там женщина попросила. Ну все, он мне хули повестку ей показал. Все, зашел, хули, давай проходить, да что? Все, в армию начал уходить, ебану, в рот, 3Б. Все, списали на. А что там, Сеса? А что там, Буша-то? А ты что? Походу, ты сам не знаешь, что там Сеса, что-то там. Да ебать, в рот, ходил. Ну, короче, ебать, таблетки дохуя опыт. Ну, у меня таблетки есть такие, ебану, в рот. Вообще ты сердечник? Да нет, хуя я, блядь, нормальный парень. Нахуя там, нахуя таблеток заглотал? А? Ну они у него врачи прописали. Может анализы такие были? Не-не-не. Она мне сразу, вот я приехал, где покупашки были, в Антипиху приехал, я тебе говорю, мне сразу 3Б уебали. Значит, где-то... Было какой-то минус? Да нормально. Если ты не да мне похуй, да вообще он, блядь, не заморачивается. Да, правильно. Ты, если ты не ослужил, значит ты сейчас еще и сына рыжим пускают, сына служит. Дочка будет служить. Нет, после дочки и сын будет, надеюсь. Да. Я останавливаться не буду. Да. Пацана нужно отсрагать. Пахать, трахать. Надо вот так кругом сгореть. Да я сам, блядь, в армию хотел, я тебе говорю. В 11 году это все я проходил. А, блядь, я тоже в армию хотел, блядь, что-то у меня тоже. Да я все, я тебе внутри говорю, проводил и все будет у меня. Пошел. У меня это правое ухо там косяк было, у меня там барабаны, перехонка там, дырка была, у меня. Не вводим, туда-сюда на. Сразу нахуй наверх, сверху кто там нахуй подошел, там туда-сюда на. Он говорит, давай нахуй. Все, я не говорю. А я-то приехал, вот все, автобус же там с военкомата, к военкомату ты должен прийти.
и автобус подъезжает, вот такой большой автобус, мы все залезли, хули, заливаем команду. И все, нахуй, я тебе говорю, поехали. В Антипику приехали, я тебе говорю, там, я тебе говорю, к хирургу подошел, он говорит, 3Б. Ну и все. А в военкоме говорили то, что, блядь, в военкоме говорили, блядь, элитные войска. У меня, знаешь, категория А1 стоит. Категория А, да? Да. Ну это охуевше. Охуевше, да. Ну, то, что я могу в любые элитные войска. Не, а это знаешь, а это, блядь, я вот недавно я узнал, что такое А. А это... Вот, там медвежник, где 40 примерно, и еще морфлот, только у них обязательно А должно быть. Так вот, у меня один стоит. Обязательно А. Ну, у меня вот А. Я вообще не знаю, что там А или Б там будет. Да я вот я ему зашел, комендант, военкому зашел, он говорит, ты в элитные войска пойдешь. Нет, служил-то в ВДВ, ну. Сам не знаю, что у меня А, или Б, там, еще что-то. Все, мне тебе говорю. В туалете не курить. А кто курит? Не знаю, кто такой. В туалете ни в коем случае не курить. Пожарная сигнализация. Вообще не курим. Я вот недавно знал. А, Б, там, категория. Ну, у меня А один. Б тоже. Самое главное, не годен вот эта хуйня, короче, получается. Да у меня вот один, то, что я мог. Да, блядь, конечно, я бык так кикнул, ёбан. А мой лоб можно, ёбан, 8 поросят нахуй, да, убить. У меня это военный билет написано, годен, строевой службы, всё. А, Б, В, Г, Т. Не, они там же разбираются по здоровью, ёбан. Ты же комиссия при них проходишь. Ну, ещё там... Не знакомый, цифры еще там есть. Ну, уехал, ёбан, думаю, в армию поступлю, а кого он приехал. Военный билет дали, да и все, нахуй. А так я сапер сапером. Сапер, да? Нет. Кому и вас, ты где, да? Ты, да, только что. А, ты и вас, ну, ты забыл уже, да? Э? Ты забыл уже? Я забыл. Кто побил? Это вторая, да? Тебе у тебя куда трое? Сиси. Да, палево. Да они же хули нихуя не объясняют. Бля, хули вы знаете, они тоже, блядь. Сюда начинаете. Да, нормально, вот объяснили. Одно слово, блядь, ты меня волк мы научить, ебано, в рот, сколько мы проработали. Каждое бы слово переводил бы, блядь, и я бы уже... Ну вот я же говорю. Но сиси. Они-то нихуя не говорили. Сначала я тоже говорю, сиси. Ну, курсы так, ну... Если что, мы же на русском говорили. Ну, в столовую зайдете постоянно, на туинском. Как в столовую сойдут, отвечают, за стол сядут, и все, покатили на туинском. Буян начинает тему. На Орланом заканчиваться, а что не так? Не, ну мы еще в раздевалке живем, блядь. А, в раздевалке. И туиско, блядь, качались, но. А, ну, там... С лысым, лысым то, но. Это, говорит, типа, блядь, там, надо по-русски, а мы, блядь, иди нахуй, но. Не, он уже правильно так-то с одной стороны сказал. Ты же в России находишься, по-русскому и говори. Некоторые люди не понимают, а хуй его знает, может ты, блядь, какую-то, блядь, хуйню говоришь за нас.
люди же, видишь, не понимают. Мы-то хорошо то, что мы знаем, то, что нормальные парни. А другие-то люди вас же не знают хорошо, правильно? Ну, могут не понять. Но, да, и может, ты вообще нахуй хуйню говоришь какую-нибудь, обсираешь там по-тувински. Да, правильно говоришь. Ну, и в Россию приехал, ты, блядь, как бы говори по-российски, не, что ну, всем там, понятно было. Ну, так-то, блядь, после этой качаловки, этот, ну, мужик-то лысый, козин, блядь, надо там здороваться. Значит, уважать нас, вас стал. То, что вы поняли, а не до этого даже. Да. Значит, вы главное поняли. А не то, что вы наехали, там, ебать его рот на него, да чё. Он главное понял, и вы поняли всё. Ну, правда, ты, блядь, нихуя. Ну, согласись сам, ебать, ты будешь по своему базарить, да? А хуй пойми, ебать его рот. Чё ты там говоришь, да? Я же правильно не знаю, что ты по-тувински говоришь. Ну, сначала вот, ссылался, блядь, типа там, что не говорите на русском, а когда начали уже наезжать, то уже там, типа спать уже не дает. Не, ну, сперва пацаны, да, говорит, да, завязывайте. Ну, такое было дело, он на лавке лежал там, а вы там начали что-то по-своему балакать, да, правильно? А Джиз первый, сперва подлетел. Он говорит, пацаны, завязывайте. Ну, ты переодевался вроде. Ты я же подлетел. Ты же, не-не, ты переодевался. Не, вообще, я говорю, вообще, сперва я подлетел. Почему подлетел? Он говорит, голову сейчас сломаю, да? Да. Ну попробуй. Голову, он сказал, блядь, голову с куалдой нахуй сказал, блядь. Не, он говорит, голову сейчас сломает. Да, вот здесь, из-за чего я там. Ну. А потом еще он бы там подрался, типа там предложил. Не, предложил. Он потом объяснил, говорит, пацаны, вы же в России находитесь. Нахуй надо, говорит. А потом... там мужик кого он? Пиздобол там, я тебе говорю. Нет, это где было там? Давай в лабораторию, где мы, блядь, работали. Да там кого ебать урод? Да, блядь, курите, зашли после обеда, начали по своему базарить, да и все нахуй ебаный урод. И все. Там типо хули ебал, урод дрыхнул. Он говорит, пацаны, завязывайте, и еще один типо хули спал. И все хули, он говорит, там начал ебать урод. Хуйню пороть. Эти хули ебать соскочили ебаный урод. И все у них началось. Он хули говорит, пацаны, меня не злите нахуй, или я вам голову, говорит, сломает. Ну, говорит, заткните, вы же в России, говорит, находитесь, по-российски разговариваете, типа, хули его по-тувински. Ну, короче, вот, за язык, короче, цепанули. И не более. Это кого голоса ебать? Не, вообще, это, блядь, вообще не впервые. Вот. Не, просто, блядь, в Россию тоже, блядь, вы по-тувински разговариваете, блядь. Это пиздец. И мне-то ни хули непонятно, о чем вы разговариваете, ёбаного. И человека каждого посещает. Какие думки у них, нахуй. Ну, согласись, я буду по-французски разговаривать, он. И он француз. Ты хуй поймешь. Скажешь, нихуя они там, блядь. Ну про чё они говорят, да и про меня или чё там, да, такие да, задумки. Да. Базару нет. Да, ну допустим, то есть, например, там в Америке, да, был, или что там, в Польше, там, хуй его знает. Я? Ну, я не, допустим. Ну, например. Например. Да. Ну тоже есть такое там, то есть, например, допустим, там в Франции был. Ну французский язык тоже знаешь. Вот, например, вот там русские пацаны, с русскими сидишь, да, французы тоже бывают. Да, согласись, да, тоже же по-русски тоже, начинаешь, да, разговаривать. Я образно говорю, образно. Ты сколько стоит тут? Че, выйдем покурим? Надо слышать музыку. Подождите, пойдем. Покурите. Пойдешь? Я думаю, это вообще на 2 минуты, наверное. Я, yeah,
конечно, не из крови, но оттуда огромный страх, оттуда сразу. А это чья-то ядрова? Чья-то ядрова? Серебряная. Марк, шмотком у нас пачка, не надо нахуй. Тим? Шмотком. Так она нам заела, да, там, да, ебать, да. Рот. Но ей надо хули как в ту. Типа помочь? В смысле типа? Там двери открыть. В смысле типа? Не, да, там, ну прямо и говорю. Ну. Помочь там, чтобы дверь открыть. Ну, она хули заела там. Ну, я говорю же. Не, там. Вообще, я хуй. Закрылась и, блядь, заела. Тоже такая хуйня, да, вот так? На у всех, я тебе говорю. Хули, это же один вагон. Не, а, кстати, вот у него вагон простой, но. Простой, не. Ну, стой и... Че, пойдем? Не. Выпей. Нападем? Да, но уйди потом. Потом, сказал потом, потом мы будем. Сюда. А, заход. Че, у меня зашиковать, ничего не взяли? Не, нет. Я там работаю.
все пиздец. Пьяный, да. Да? Базар нет. Не, ну там-то, блядь, прикинь, если мы, блядь, там трезвыми, блядь, ехали. И чё ехать? Да в телефоны бы все упали, да и всё. Ну ты только один бы скитался. Да я бы вообще, блядь, белку, блядь, поймал. Да? Если трезвым был бы. Белку? Ну. Тебя хуй поймет. Да ты говоришь белку, блядь, до Хабаровска поймаешь. Точнее, на Хабаровске, да. Ну, короче, набухаешься, блядь, белку поймаешь. Не, я на поле наоборот, там. Бля, как я понял. Можно белку понять. Одна крайний раз. Да, там, сука, я понял, типа, в 10-м году, это крайний раз. Там был 59-й поезд. Я когда в ПТУ работал, нам постоянно билеты выдавали на пассажирский. Когда электричку отменили, вот электричка у нас не ходила. Так электричка такая же хуйня, только деревянная. Похуй, все мужики бухают. Железнодорожники, ебаный в рот. Все вообще. Электричка это другое дело. Но... Вот, а потом на общий дали. Пекин, Москва. Москва, хули, блядь. Потом нам билеты такие дали, блядь. Ну, такие маленькие, ебаный в рот. Как талоны. Ну, чуть побольше нам. Это в ПТУ, ну, там, ну, короче, нестандартные, да? Почему нестандартные? Маленькие, говоришь. Ну. Вот такие, ну. А нормальные, блядь, вот такой же, ну. Ну, железнодорожный. Стандартный, ну. Не-не-не, ты не понял меня, видать. Ты имеешь в виду то, что стандартный должен билет вот большой такой быть. Да, да, это стандартный билет. А, да ты не понял. Железнодорожный. Нет, да, скорее всего, ты, скорее всего, не так сказал. А, не. Ну, может, и я. Ну, вот я, короче, я говорю, 59-й поезд этого Кисловодского Кузнец, там, блядь, естественно, там поезд. Там постоянно там от 100% там, 60% там все получается военные люди там едут. Вот так вот. Здесь все забухло, блядь. Проводницы тоже, блядь. И требуемые стали, да. Как разводить людей там туда-сюда. Ты сейчас подойди, скажи, водка есть. Ну, скажет, ну допустим, бодр. Бутылку, вот, сколько там стоит? Чего, знаешь? А, ну вообще, на деле. Чисто они вот, чисто вот так они. Хули там голодные, блядь, сидят. А, да? Такие становятся, они так вот так вот так вот. Но они получают, хули, 18-19. А не только там срочники, там. Там еще кого-то. Не-не, я за проводничка, блядь. Не получает 19-19. Ну 18-19. Че опять? Да. Телефон. А я говорю, не здорово. Да ты сам звони, ебал, ты сам. Я же вам сразу сказал, смотри сам. Нахуя мне номер не нужен? Зачем? Например, я просто... Если, блядь, ты имеешь... Нахуй мне другим, блядь, лучше пусть... Другой сандрубар, да? Ну я вам сказал, вы заедете в Китай, вам все объясню, потом выйдете, дальше ваша дорога. Правильно? Ну все. Первый раз я заезжал, блядь, ни с кого. Главное синьку не посеять, там синька хули дешевая, ты сразу охуеешь. Но за 20 рублей ты что, водку не побьешь?
зажмусь, Андрей. Ну, пиво, ёбаный. Ёба, там 3,50. Ну, я задрал, что не зреешь. Сам пацан, а вот зашлось. Тебе кажется, Коль? Ну я что, говорил, это правда. Короче, ну что, бить трезик, товарищ. А ты в натуре заедешь, ты скажешь, Россия это говно. Там просто 4 улицы, прикинь. Это Манчжурия, Манчжурия, 4 улицы. Ты охуеешь, и мне баскреба вся хуйня. Всегда ГАИ. Это их не пригород. А если ты снял, то я не могу. Я не узнавал про минеральную воду. Ну вот, тут есть. Посмотри. В своем телефоне набери. ПГД Забакальск. Но есть телефон. Ну я смотрел там. Согласись, сейчас в поездах, так? Культурно становится, да? Или уже остановилась? Да уже давно культурно. Да, 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 да.